Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важное, сопоставим факты, выслушаем мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции «Репортер 73» итоги подведу я, Евгений Луковкин. Здравствуйте. Россия – страна достижений. В соответствующем рейтинге Ульяновской области одна из самых передовых в стране. В силах каждого из нас внести вклад в продвижение региона. В августе стартовал конкурс «Достижения РФ». Проект для тех, кто любит Россию, интересуется ее новейшей историей. Цель – рассказать о том, чего уже достигла наша страна в 21 веке. Дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом Родины. Проголосовать за успехи в вашей области, крае, республике, чтобы о них узнала вся страна, можно на сайте достижения.рф. От Ульяновской области, помимо прочих конкурсов, участвует гордость региона – Ульяновский наноцентр. Три года от задумки до итогового результата. Создать инновационный технопарк в Ульяновской области намерились еще в 2010 году. В 2013 задумка воплотилась в большом научно-производственном офисном комплексе. Тогда Улнанотек отобрали на конкурсе фонда инфраструктурных и образовательных программ по созданию наноцентров. Инвестировали в проект 3 миллиарда рублей. Так в нашем регионе появилось предприятие, обогнавшее время. Лаборатории в области металла, матричных композитов, тонкопленочных покрытий, молекулярной генетики, новых технологий в строительстве. Те же лопасти турбин для наших ветряков производятся тут. Достижения Ульяновского наноцентра известны по всему миру. В августе предприятие отметило 10-летний юбилей со дня основания. За все это время наноцентр заплатил почти 800 миллионов рублей в региональный бюджет. Больше 100 рабочих мест было создано, порядка 100 высокотехнологичных компаний и очень много различных патентов, ноу-хау, которые были зарегистрированы этими проектными компаниями, которые были созданы здесь в наноцентре. Наноцентр – это, по сути, не одно предприятие, целый пул. Работают по технонаправлениям, таким как молекулярная генетика, биотехнология, композитные материалы, макропленочное покрытие, микроэлектроника, интернет вещей. Для каждого ответвления открывали отдельную большую технологическую компанию. Например, одна из – «Тест-Ген». Основали в Димитровграде в 2012 году. Разрабатывают, продвигают передовые технологии по молекулярной и перинатальной диагностике, выявлению онкологии. Нашей гордостью являются продукты по технологии NGS, это секвенирование следующего поколения. Они позволяют делать то, что называется сейчас превентивной медициной, выявлять на ранней стадии, прежде всего, например, онкологические заболевания. Это действительно очень важно для здравоохранения. Кстати, с недавнего времени появилась возможность поддержать инновационное ульяновское предприятие на конкурсе всероссийского уровня. В августе по всей России стартовало голосование за лучшие реализованные проекты на территории всех регионов нашей страны. Это общенациональный проект «Достижения РФ», где можно проголосовать за лучшие проекты, в том числе за наш Ульяновский нанотехнологический центр, который находится в индустриальном парке Заволжье. Ульяновский наноцентр – один из самых эффективных в России. В национальном рейтинге технопарков находится в группе А+, наивысший уровень эффективности функционирования. За время существования создали 82 высокотехнологичных предприятия, около 100 объектов интеллектуальной собственности в сфере высоких технологий. Продвинули ветроэнергетику, гордость региона. Проголосовать за Ульяновский наноцентр можно на сайте достижения.рф. Помимо инвестиций в крупные промышленные производства, в числе основных приоритетов экономического роста остается создание и поддержание в регионе благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Оказать содействие предпринимательской инициативе на территории области призвано сразу несколько программ поддержки. Субсидии, образовательные курсы, налоговые преференции. В числе самых популярных инструментов остается финансовая помощь. Только в этом году сумма инвестиций в малые и средние предприятия Ульяновской области уже составила более 2,5 миллиардов рублей. О том, как государственные вложения помогают развивать свое дело, расскажем далее. Готовим будущих предпринимателей, готовим действующих предпринимателей, обучаем их ведению бухгалтерского учета, отчетности, готовим их выходить на электронные площадки, готовим их выходить на экспортные рынки.
Кроме того, мы продолжаем оказывать меры поддержки социальным предпринимателям и начинающим предпринимателям. В 2023 году Ольга Горбунова вошла в реестр социальных предпринимателей России. Но собственное дело женщина открывала задолго до его появления. Решение о создании центра детского досуга пришло после рождения третьего ребенка. Сейчас здесь ежедневно занимается почти 100 детей. Для самых маленьких – развивающие игры и подготовка к школе. Тем, кто постарше – уроки английского и помощь с домашним заданием. Накопленный за время работы с детьми опыт лег в основу идеи о внедрении новой методики. Нейромоторика и память улучшит, и в освоении школьной программы поможет. Сейчас дети очень много времени проводят в гаджетах, и в транспорте, и дома они всегда увлечены вот играми в телефон. От этого страдает их двигательная активность, то есть они очень малоподвижны. И это сказывается о том, что у них очень слабые мышцы, как и крупной, так и мелкой моторики. Наша задача эти мышцы укрепить. Раз, рука и колено вместе. Два, три, четыре. Все чаще дети к нам приходят с проблемами с писанием, то, что они не могут писать, особенно во втором классе учителя уже требуют, а дети не могут, либо они плохо читают. И вот как раз-таки нейрогимнастика помогает от этого избавиться, то есть научиться хорошо писать, хорошо читать, и развивая крупную, мелкую артикуляционную моторику, а письмо и чтение уже ложится на это хорошо. Реализовать задуманное удалось благодаря полученной финансовой поддержке. 500 тысяч грантовых рублей предприниматель рассчитывает направить на закупку нового оборудования, необходимого для занятий с детьми. Настроение бодрое, настрой решительный. В конце минувшей недели депутаты ЗАГС Собрания собрались на первое заседание. На пост спикера законодательного собрания Владимир Камеко предложил Валерия Малышева. Роман Солташов выдвинул Виталия Кузина. Перед процедурой тайного голосования определили состав счетной комиссии, в которую вошли Сергей Кочергин, Андрей Седов и Сергей Панчин. После подсчета голосов стало понятно, парламент области возглавит опытный парламентарий Валерий Малышев. Все ожидаемо. А уже второе заседание не обошлось без сюрпризов. Поменялись жизненные планы, так объяснил Александр Чепухин свое решение сдать депутатский мандат. Парламентарием нового созыва Чепухин не пробыл и неделю. Кстати, еще 25 сентября мандат сложил Сергей Рябухин, который продолжит представлять наш регион в парламенте страны. Главное, что должны были решить депутаты на втором собрании созыва, кто за что отвечает. Народные избранники делили комитеты. Седьмой созыв завершил формирование рабочих органов. Кворум заседания соблюден, все по плану утверждены, составы комитетов, их количество в этот раз приросло. Вместо единого аграрно-экологического в ближайшие 5 лет будут работать 2 – комитет по аграрной и продовольственной политике и комитет по природопользованию и экологии. Время распределить полномочия и огласить список председателей и их заместителей. Комитет по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества предлагает кандидатуру депутата законодательного собрания Ульяновской области Шерстнева Сергея Александровича на должность председателя комитета законодательного собрания Ульяновской области по вышеназванному комитету. Законодательное собрание Ульяновской области постановляет: первое, избрать председателем комитета законодательного собрания Ульяновской области социальной политики, государственного строительства, местного самоуправления и развития гражданского общества депутата Законодательного собрания Ульяновской области Шерстнева Сергея Александровича. Дмитрий Грачев – вновь глава промышленного сектора в работе парламента. Вячеслав Ковель, в 6-м созыве председательствовавший в аграрно-экологическом, в этот раз возглавит комитет по природопользованию и экологии и станет зампредседателя комитета по аграрной и продовольственной политике, во главе которого встал Рамиль Хайрулин. Председателем бюджетного комитета выбрана Мария Шпак. Денис Седов сменил на посту главы комитета ЖКХ своего однофамильца. Андрей Седов в новом созыве будет его заместителем. Даже депутат вправе принимать участие в работе любого комитета. Также депутат, не являющийся членом комитета, имеет право поставить вопрос, внести вопрос в соответствии с регламентом в повестку дня. Он может, не являясь членом комитета, при рассмотрении повестки дня комитета задать любые вопросы в рамках повестки дня комитета. Коллеги по парламенту вице-спикера поддержали. Депутат в первую очередь представитель народной воли, а не статусное лицо. И об эффективности того или иного народного избранника говорит отнюдь не его должность в структуре законодательного органа. Что касается федерального представительства, то в Совете Федерации от Ульяновской области продолжает работу Сергей Рябухин. Сенатор остается в бюджетном комитете. Наша задача как можно быстрее сформулировать от Ульяновской области наше предложение, чтобы мы попали по всем разделам в роспись, бюджетную роспись,
как подчеркнул президент Российской Федерации Путин, чтобы бюджет, несмотря на специальную военную операцию, несмотря на противосанкционные какие-то меры, которые предпринимаются по инициативе президента и правительства, все-таки он будет социально ориентирован. К рассмотрению проекта бюджета совсем скоро приступят и в законодательном собрании региона. Задача все та же – внимательное отношение к первоочередным вопросам и работа над пополнением казны. Вера Мещерякова, Юрий Тимонин, репортер 73. В этом году свой 125-летний юбилей отмечает Ульяновская областная психиатрическая больница. На приуроченных дате торжественных мероприятиях награды за свой высокий профессионализм получил медицинский персонал лечебницы с богатой историей. За долгие годы своего существования, построенная на деньги Николая Карамзина колония для душевнобольных, прошла нелегкий путь, пережила революцию и множество реорганизаций. С 2017 года здание носит имя своего первого директора Василия Копосова, исследователя, внесшего огромный вклад в развитие российской и зарубежной школ психиатрии, врача-гуманиста, ставившего во главу угла заботу о здоровье пациента. О том, как этот принцип более 100 лет является основой медицинской практики ульяновских психиатров, расскажем в следующем сюжете. В здоровом теле – здоровый дух, знакомое всем с детства правило. Однако принцип этот работает и в обратную сторону. О том, что в вопросах здоровья нет компромиссов, врачи Ульяновской областной психиатрической больницы знают, как никто другой. Физическое и ментальное – обе составляющие важны, каждая в равной степени. Отсюда и методы работы. Сейчас основной упор, если раньше самое главное было это лечение, подбор терапии, подбор медикаментов, то сейчас в психиатрии важным аспектом является реабилитация. Реабилитация, то есть возвращение пациента в социум. Мало того, что вылечить психоз, вылечить невроз, подобрать правильную терапию, подобрать препараты, которые бы человеку подошли. Главное, чтобы он после перенесенного заболевания вернулся в жизнь, вернулся в общество. Практика психиатра сильно отличается от практики любого другого медицинского работника. Главный инструмент специалиста по душевным недугам – не скальпель, стетоскоп или набор таблеток. Вместо холодной стали – доброе слово, вместо уколов – понимание и сочувствие. Но и здесь в очередной раз находит свое подтверждение аксиома о том, что врач не столь профессия, сколь призвание. Настоящие профессионалы о своем будущем выборе чаще всего знают уже со школьной скамьи. Я еще со школы хотела работать в медицине. И вот когда подошло время, выбрала специальность медико-профилактическое дело. Окончила в 2003 году базовый Ульяновский колледж. И пришла работать в должность помощника врача-эпидемиолога в больницу. Работаю уже на протяжении 20 лет. Мне вот как-то нравились белые халаты, белая одежда. Что-то вот оно несло такое все чистое, светлое. Вот хотела носить белый халат. Профессия мне нравится. Я как бы люблю свою профессию. Коллектив у нас хороший, очень такой надежный. Сплоченный, никогда не подведет. Если какие-то есть вопросы, всегда помогут. Работаем всегда в связке. Подтверждают уровень профессионализма высокие награды персонала. Сегодня благодарственные письма и грамоты из рук губернатора получили 7 сотрудников учреждения. Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области» удостоен заместитель главного врача по медицинской части Лилия Кузнечикова. Еще одна знаменательная дата на этой неделе. 160 лет назад, 27 сентября 1863 года, в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. С 2004 года 27 сентября стало профессиональным праздником работников дошкольного образования. Те, кто открывает маленькому человеку дверь в большой мир, помогает выбрать верную дорогу, радуются первым успехам и достижениям. Воспитатели, педагоги с огромным сердцем и неиссякаемой энергией накануне встретились в детском саду «Капитошка», чтобы обменяться опытом и поделиться секретами своего мастерства. Лучшие из лучших удостоены наград. Подробнее в нашем следующем материале. Это у нас ударный инструмент, потому что мы ударяем друг об друга. Давайте вместе попробуем. В едином ритме с детскими сердцами уже почти 28 лет. Музыкальная школа еще в детстве дала зародиться мечте, которой было дано осуществиться. Сегодня ни один праздник в Капитошке не мыслим без творческих номеров, поставленных Ландой Шнуруловной. Я считаю, что я приобщаю детей к миру прекрасного, живого и эмоционального. И от этого получаю удовольствие. В их руках ключи от детских сердец. Именно педагоги дошкольного образования закладывают базис, на который человек будет опираться всю жизнь. 30 технологий
технология – уникальная методика, которая помогает ребенку самостоятельно искать и находить решения порой непростых задач, исключительно полезный жизненный навык. Не случайно у выпускников детского сада «Волгарик» всегда высокий балл готовности к школе, а оценки на уроках – подтверждение того, что теория решения изобретательских задач работает. Главный показатель – это устойчивый познавательный интерес. Чтобы ребенок хотел учиться до 11 класса и после 11 класса, а оценка это все-таки субъективный такой элемент и не всегда показатель того, что ребенок хочет что-то знать. А нам нужно, чтобы он шел по своему пути и хотел что-то знать все время. Татьяна Александровна – автор множества пособий по ТРИС-технологии. Сегодня, как и ее коллеги со всего региона, она – гость детского сада «Капитошка». Принимающая сторона подготовила интересную программу. Педагогов ждут увлекательные и полезные мастер-классы. Приоритетное направление нашего детского сада – это STEM-образование. У нас ребятки занимаются занимательной логикой, робототехникой и программированием, компьютерной грамотой. И также у нас есть студия мультипликации. А теперь здоровье с гостями. Что в моем... Ну, отвечать не обязательно сейчас. Что в моем первом... Чем отличается мое первое приветствие от второго? На мастер-классе в STEM-лаборатории сегодня не просто собирают роботов, но и учат их издавать самые разнообразные звуки. Молоток стучит, да. Обмен опытом – полезная практика в профессиональном мастерстве. Быть педагогом – значит быть постоянно в движении, стремиться к творческим открытиям и обновлению собственного багажа знаний. Детский сад – важная ступень в жизни человека, и важно, чтобы у каждого ребенка была возможность ее пройти. За 3 года в регионе построено 7 новых детских садов. Совсем скоро появится еще один. Мы создали тем самым более 1200 мест для детей дошкольного возраста, в том числе и для дошкольников до 3 лет. Таким образом, задачи, поставленные государством по охвату детей дошкольным образованием, в регионе выполнено 100%. На этом не останавливаются. Продолжается ремонт, в том числе капитальный, в детских садах старой постройки. Коллективы прирастают новыми, энергичными, талантливыми кадрами. И наши педагоги показывают класс. В конкурсе «Воспитатель года» воспитатель из Майнского района вошла в список из 15 лауреатов. Вера Мещерякова, Алексей Юферев, репортер 73. Общими усилиями менять мир к лучшему. В этом году движение территориального общественного самоуправления в нашей области отметило свое 12-летие. Список подконтрольных ТОСом вопросов широк. Благоустройство территории и общественных пространств, развитие спорта и организация массовых мероприятий, социальная поддержка населения. Оказывать финансовую помощь в реализации народных инициатив призван конкурс президентских грантов. Подробнее о том, кто и как может участвовать, расскажет Антон Кузьмин. ТОСу «Родные просторы» в Волынщине нет и года. За 10 месяцев работы объединению неравнодушных и активных жителей удалось многое. В копилке достижений – прокладка дорог и благоустройство улиц, новое оборудование для сельского клуба, десятки субботников и массовых мероприятий. Борьба за процветание малой родины стала, без преувеличения, связующим элементом в жизни всего села. Вовлекла и сплотила вокруг себя практически все население. Основная задача – благоустроить село, чтобы комфортно жилось жителям, чтобы молодежь все-таки оставалась у нас в селе, не разъезжались. Вот, поэтому стараемся больше, конечно, сделать для молодежи. Люди очень активно принимают участие, как бы нас очень хорошо поддерживают, и активистов становится все больше и больше, как бы, и помогают нам. Принцип «хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», увы, работает не всегда. Иногда даже самые благие намерения разбиваются о недостаток средств. К числу таких труднореализуемых проектов можно отнести очистку пруда. Занимающий важное место в жизни села водоем давно нуждается в комплексной рекультивации. Проект затратный как в плане труда, так и финансово. Этот пруд – место летнего отдыха не только жителей Волынщины, но и всех окрестных сел. К сожалению, без должного ухода водоем начал мелеть и заиливаться. Своими силами предотвратить его неизбежное исчезновение не представляется возможным. Ни под одну из действующих в области региональных и федеральных программ по защите водных ресурсов пруд не попадает. На помощь в лице местной администрации рассчитывать не приходится. Выяснилось, что водный объект не состоит в реестре муниципальной собственности. Я думаю, что действительно ситуация не носит чрезвычайный какой-то характер.
Там не один водоем селе Волынщина, насколько я знаю. Конечно, десятилетиями эти водные объекты не обслуживались, не очищались, и наверняка есть какой-то вопрос по их дальнейшему содержанию. Мы своими силами несколько раз пытались его чистить. Мы проводили вырубку зарослей этого пруда. Пытались как-то его очистить, но своими силами у нас никак не получается, потому что все, как сказать, упирается в технику. У нас у ТОСа и у администрации нет таких средств. Как раз для решения подобных проблем и существует номинация «Экология» – часть обширного конкурса президентских грантов. Есть на территории нашего региона и удачные примеры реализации. Например, благоустройство ТОСом движения, пруда и зоны вокруг водоема в селе Забалуйка. Очистили от ила, от поросли. Вот. Потом дальше, если не ошибаюсь, завели туда и запустили рыб. И еще установили несколько беседок. Самое главное, что это мероприятие должно к чему-то привести. Понимаете, не просто так взяли средства и написали проект и получили. А нужно именно обязательно, чтобы цель, какой результат от этого они хотят получить. Не то, что почистили, бросили. Еще один обязательный фактор – поддержка со стороны местной администрации. От ее специалистов можно подробнее узнать о подготовке проектной документации и возможных планах по дальнейшему развитию территории. Нет проблем, они могут, конечно, ко мне обратиться. Сейчас идет прием заявок на грантовый конкурс фонда президентских грантов. Мы можем, конечно, составить заявку, проект и подать на конкурс. И они всегда знают, я всегда открыта к диалогу. Проектов действительно у нас очень много, потому что много очень ТОСов, но стараемся со всеми поддерживать связь и всем оказывать техническую там поддержку. В 2023-м победителями зимнего конкурса президентских грантов стали 6 территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области. Время на подготовку проекта еще есть. Прием заявок на первый этап конкурса в этом году продлится до 16 октября. Антон Кузьмин, Сергей Рябухин, Максим Архипов, репортер 73. Два выходных дня, два концерта во Дворце творчества детей и молодежи. В воскресенье, 1 октября, свой сезон откроет Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава». А субботним вечером на сцене Дворца творчества Академический симфонический оркестр «Губернаторский» исполнит 40-ю симфонию Моцарта и 5-ю симфонию Бетховена. Последний день сентября в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи будут звучать одни из самых известных произведений венского музыкального классицизма. Симфония номер 40 Вольфганга Амадея Моцарта и 5-я симфония Людвига ван Бетховена. Да, мы выбрали эту программу для того, чтобы привлечь еще больше слушателей на наши концерты, потому что это считается мировые хиты музыкальной литературы классической. Одна из самых красивейших симфоний Моцарта, 40-я. И 5-я симфония Бетховена, самая знаменитая ее. Созданные более 200 лет назад, эти произведения остаются признанными эталонами симфонического жанра. Они захватывают слушателей яркостью образов, накалом драматизма и знакомы практически каждому из нас. На следующий день, в Международный день музыки, свой новый концертный сезон откроет Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава». Программа называется «Терминвокс. 100 лет в музыкальном космосе». Что вас ждет с этим вечером? Как всегда на наших концертах, это премьера и удивление. Да, потому что впервые вообще в истории мировой музыкальной культуры «Терминвокс» будет звучать в сочетании с духовым оркестром. Этого действительно никогда не было, поэтому я вас всех приглашаю. Терминвокс – это первый и единственный в мире бесконтактный музыкальный инструмент, на котором исполнитель играет, не касаясь его, а воздействуя на электромагнитное поле вокруг устройства. В программе прозвучат авторские композиции для терминвокса с оркестром мультиинструменталиста и композитора Олеся Ростовской, а также популярная классика в переложении для терминвокса и оркестра духовых инструментов. Кубки Димитровграда, точнее, из Димитровграда. Памятные атрибуты чемпионата России по бодибилдингу изготовили в городе Атомщиков. Всего планируют произвести 315 кубков. Уже этой осенью Ульяновская область станет центром проведения всероссийских соревнований. Спортивное шоу стартует 12 октября, а завершится 15 числа во Дворце спорта «Волга-спорт-арена». На титульной стороне медалей и кубков визитная карточка города Ульяновска, музей «Дом Гончарова» и красивая гравировка.
Сейчас наша сборная вообще активизировалась в связи с проведением чемпионата России, который будет у нас. Все хотят выступить, но выступят только лучшие. Поэтому, да, ребята ездят, соревнуются, борются за медали. Очень порадовала Оксана Галацкая. Она выиграла бодифитнес. Очень высокий уровень спортсменки. На чемпионате России за нее будет точно не стыдно. За награды тем более стыдно не будет. Побороться за звание лучших съедутся более 1000 выдающихся спортсменов со всей страны. В дни состязаний в областном центре ожидается более 6000 гостей. Награждать победителей будут кубками, созданными в Димитровграде. Стальные, увесистые, солидные и, главное, красивые наградные изделия. На самом деле, даже в Питере, когда был Кубок России в апреле, кубки изготавливались также в Димитровграде. Это очень красивые кубки, очень интересная фирма. Они будут составные из металла, как бы там стекло даже будет присутствовать, возможно. Мы сейчас, у нас есть несколько дизайнов, но в целом уже работа идет. Кубки в Ульяновск доставят в аккурат к грандиозному событию. Компания-изготовитель на рынке давно, производит продукцию не только для бодибилдинга. Берутся за работу любой сложности и для любых смежных спортивных мероприятий. Кроме кубков мы делаем полный спектр наградной продукции. Сами кубки, медали, медальницы, дипломы. В чем фишка нашего производства? Мы отошли полностью от стандартных и банальных чаш, которые у каждого спортсмена присутствуют в большом количестве на полках. И мы делаем уникальные кастомные проекты. Каждый кубок уникальный. Производственный процесс постарались максимально разнообразить. Мастера используют лазерную резку, листовой металл вырезают, гнут, используют токарные, слесарные работы, порошковую окраску. В ход идет не только металл, но и акрил, изделия из дерева, стекло. В среднем в день успевают произвести около 200 кубков. Каждое изделие – это труд более 20 человек. Ульяновским и димитровградским спортсменам удачи на грядущем чемпионате России. Желаем, чтобы эти кубки завоевали самые достойные бодибилдеры. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Связали с вами касательно смены вашего контактного номера на номер с окончанием 78-9, которое было произведено 27 минут назад. Подскажите, самостоятельное действие проводили? В отделении с операционистом, правильно я понимаю? Дело в том, что произошел вход в ваш личный кабинет с нехарактерного для вашей учетной записи мобильного устройства. Далее последовала смена финансового номера, о чем я вам уже говорил ранее, и проследовала подача заявки на кредитование. Так как эти события произошли в короткие сроки, вызвало подозрение, поэтому мы связались. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. По номеру 304173 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите «Репортер» в эфире в Ютубе и на Яндекс.Дзене. Читайте в соцсетях. Подпишитесь и будьте в курсе реальности.